По семеноводству, коллеги, просто катастрофа. И почему без энергетики Министерство сельского хозяйства этим занимается, Академия сельхознаук, почему такое безразличие? С 90-х годов полностью заглушено семеноводство. Где мы уж точно зависимы от наших зарубежных партнеров, так это в этой сфере. Я уж не говорю о кукурузе, о картофеле, о пшенице. Но когда я в одну посещала тепличное хозяйство, и мне сказали, что петрушка, укроп и салат – это тоже импортные семена, вот это меня, правда, добило. Понимаете, мы все на импортных семенах. Ну, как казалось бы, в набат надо бить Минсельхозу, ходить в правительство, объединять усилия с Министерством образования и науки, с Академией наук, разработать четкий план, амбициозный. Тот план, который разработали по некоторым видам семян, было 10, а будет 12%. Я утрирую, ну, примерно такие темпы, чтобы не перенапрягаться, а то возьмешь побольше и не сделаешь. Лучше поменьше, может, и дотянем. Иван Вячеславович, вот передайте еще раз Алексею Васильевичу, которому глубоко все уважаем, что эта тема очень острая, и мы ждем конкретных действий от Минсельхоза в рамках парламентского контроля. А заодно передайте, что Министерство сельского хозяйства, значит, и в вашем лице, как статс-секретаря, находится на плохом учете в рейтинге исполнительской дисциплины по законам. Передайте ему это, чтобы он вам дал соответствующую оценку.